гости. Привет. Так, ну что к нам прилетело? Гляньте, какая крутая штучка! Сквозь звезды. О, красиво. Я обожаю Аллу Борисовну. Просто. Вот это реально. Вот это легенда, вот это певица. Была всякая. Happy New Year, ё-моё! Чисто братан подъехал с нами покайфовать. Вот он, он за него говорит. Вот он. Привет, дружок. Не за него, а за него. С Новым годом, друзья! С новым счастьем, ёкарно-бабай! К нам чисто молодежка подъехала. Привет моим подписчикам. Привет, привет. Привет, привет. Кто пацанов-то узнал этих? Кто их узнал? Кто смотрел сериал «Молодежка и девчонки»? Кто смотрел? Кто смотрел «Девчонки»? Кто смотрел «Молодежку»? Вот они, здравые парни! Певцы просто! Певцы, парни! Мы его встретили. Утро очень тяжелое. Привет, 2020 год. Кайф, когда рулишь не ты. Смотри, как у меня телефон удобно стоит. Как будто был предназначен для этой машины. Очень удобно стоит. Чисто, как у таксиста. Нет, есть передача. Такси вези. Очумелые ручки, а у меня вот очумелые тоже ручки. Ножки. Ножки же жмешь. Такси, такси, вези, вези. Красота. Через 600 метров след после моста поверните направо, а затем поверните направо. Всех с Новым годом! Ты не съела? Я не съел. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Это самый лучший Новый год! Я
давай, дай. Перепил, то ли я не знаю. Дорогие друзья, Новый год наступил, 2020, с праздником вас, и хочу пожелать, я придумал желание, прежде чем жениться, подумайте хорошенько. Вот я подумал и правильно женился, и вы подумайте. Время почти 4 утра, а уже отбой. Понимаете, да? Вот что называется семейная, сука, жизнь. 4 утра уже на боковую. Поэтому, друзья, счастья, любви. Новым годом, салют, какой прекрасный. Вот это я понимаю, Новый год. Многоэтажки древние. Ой, красота! Все. Усилия и вклады каждого из нас зависят и в настоящее, и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня. Новым годом!